О том, как рыбачить без ущерба для экологии и собственного кошелька, мы прямо сейчас поговорим с нашими гостями. Сегодня в студии «Хорошего настроения» представители Белорусского общества охотников и рыболовов. Владимир Козловский, заместитель начальника управления охоты и рыболовства, и Дмитрий Сороквашко, руководитель сектора спортивных и кинологических мероприятий. Доброе утро. Доброе утро. А партнер нашей беседы – кондитерская фабрика «Коммунарка». Джентльмены, расскажите, пожалуйста, нам, всем, может быть, даже какие-то рыбы не в курсе, 1 октября. Почему именно эта дата и что значит рыбалка по правилам? На самом деле, к дате привязки никакой нет. Ага. Нету привязки к осеннему периоду. Ранее Белорусское общество охотников и рыболовов уже проводило аналогичные акции и в летний период, и в зимний период. В первую очередь, эта акция направлена на предупреждение возможных нарушений со стороны рыболовов. Вот. И основной целью, наверное, акции все-таки стоит донести до рыболовов информацию о необходимости соблюдения правил любительского рыболовства и тем самым помочь им избежать ответственности, предусмотренной действующим законодательством. Давайте напомним, что, как именно нельзя рыбачить и какие правила нельзя нарушать. То есть в моем представлении все, что не является удочкой, это все незаконно. Правильно или нет? Надо несколько правил соблюдать. Угу. Это ловить, правильно вы заострили внимание, разрешенными орудиями, орудиями лова. Вот, а в этом плане есть некоторые ограничения. Они связаны как с сезоном. Например, все мы знаем про весенний запрет ловлю рыбы. Потому что, ну, так называемый нерест, да. Когда можно ловить только одной удочкой с одним крючком. Но, однако, в этот же период можно ловить одним спиннингом, оснащенным приманкой с одним крючком. Так, вот. А если, вот знаете, я знаю, есть такой вот тройной крючок. Это считается один крючок. Да. Так. Например, еще есть, скажем так, такие орудия лова, которые запрещены в принципе в Беларуси. Это сети различные, электроудочки, так называемые, колющие орудия различные. А также есть, скажем так, снасти, которыми ловить можно, но только в светлое время суток. Угу. Нельзя их на ночь оставлять. Различные донки. Слушайте, а вот у меня был спор с соседом по даче насчет модификации сетки. Вот знаете, есть такая сетка, у нас так называется, телевизор. Это вот такая прямоугольная штуковина, сетка, ее как удочкой вот так вот засовываешь в воду и ждешь, когда какая-нибудь рыба проплывет сачок и такой, да, там застрянет. Это разрешено или нет? Запрещено. Как раз таки сачок, как ваша коллега сказала, разрешен. Есть установленные размеры, которые так называемые подсаки, которыми можно помогать рыболову вытаскивать рыбу из воды. Сачок можно. Да. Давайте еще о правилах, которые должен помнить каждый рыбак, вот, особенно осенью. Кроме того, что он должен применять разрешенные снасти, должен ловить в разрешенных местах. Значит, существует перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства и продовольствия, перечень водоемов, на которых существуют ограничения, определенные по отдельным способам лова рыбы. С этим перечнем можно ознакомиться на нашем сайте. Вот. Затем существует у нас в Беларуси норма вылова 5 килограмм на человека в сутки, на рыболова в сутки. Это, ну, сколько он может словить за один день, ну, в рыболовных угодьях, которые бесплатные, скажем так. Вот. И необходимо соблюдать непосредственно меру промысловую, есть такое понятие, то есть меньше, чем установленная мера, например, для щуки это 40 сантиметров. То есть если рыбка меньше 40 сантиметров, щука в частности, ее надо отпускать. Есть ли виды рыб, которые вот постоянно под запретом, они в красной книге, их в принципе никогда нельзя ловить? Есть такие у нас. Например? Для любительского рыболовства запрещено вылавливать угря. Ага. Из таких еще краснокнижных видов можно перечислить, это ручевая форель. А расскажите про ловлю рыбы с судна. Есть какие-то требования к лодке? В Беларуси разрешена ловля рыбы с судов. Есть, правда, кое-какие ограничения на применение судов. Это запрещено применять суда в темное время суток и во время весеннего запрета, когда можно ловить только с берега. Но они для того, чтобы ими пользоваться, должны быть в установленном законодательстве порядке зарегистрированы. Зарегистрированы в государственной инспекции по маломерным судам. Правила безопасности сразу же расскажите. Но основные правила безопасности – это
обязательно применение спасательных жилетов. Лодка – это все-таки источник повышенной опасности на воде. Вот. Поэтому никакого баловства или там таких каких-то шуток, да, не должно быть. Потому что если, там, скажем так, перевернулся летом в теплую воду, это еще, скажем так, не так страшно. Но вот когда осенью вода остывает, то это очень опасно может быть. Расскажите нам про саму акцию. Как долго она продлится? Данная акция вот, «Рыбалка по правилам» продлится до декабря текущего года. Осуществлять контроль в рамках акции будут работники двух организаций. Это Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь и работники Белорусского общества охотников и рыболовов. Вот. Основное внимание контролирующими органами будет уделяться на соблюдение рыболовами правил ведения рыболовного хозяйства именно в части использования орудий и способов лова, которые требуют специального разрешения. Вот. Это так называемый билет охотника и рыболова, либо же наличие билета рыболова-любителя. К этим вот способам лова относятся подводная охота, например, лов рыбы на дорожку судов с двигателями, лов рыбы орудиями с общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова. Есть еще один вид рыбной ловли, я тоже хотел уточнить, законный он или нет, называется, я видел его на Браславских озерах, колобашка. Это бутылка пластиковая, которая вот по воде, к ней, значит, этот леска, крючок, там рыбка. И это на щуку. Да, да, как раз-таки в том числе, и вот как вы сказали, колобашка, то есть в этот период будет тоже организован усиленный контроль за использованием рыболовами. Вот, это запрещено. Так, оно не запрещено, но оно для обычных рыболов, им разрешается использовать до 5 условно колобашек на рыболова, да, на человека. Рыболовы, которые являются членами Белорусского общества охотников и рыболовов, им разрешено использовать от 6 до 10 штук на рыболова. Вот. Точно так же и с подводной охотой, и с ловом рыбы судов с двигателя. Скажите, а какие санкции применяются к нарушителям? Это штраф? Рыболовов, нарушивших требования правил, ждет административная, уголовная и иная ответственность в соответствии с действующим законодательством. На сегодняшний день в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях выделена отдельная статья 15.35 за нарушение правил ведения рыболовного хозяйства. Санкции данной статьи предусматривают наложение штрафа на недобросовестного рыболова до 50 базовых величин. То есть 1300 белорусских рублей. Вот. Одновременно рыболовам, нарушившим правила, придется возместить и ущерб, который нанесен окружающей среде. Например, вот за незаконно выловленную одну особь щуки придется заплатить 3 базовых величины. Сумма 4 базовых величины. Спасибо огромное. Об акции «Рыбалка по правилам», которая стартовала 1 октября. В студии «Хорошего настроения» рассказывали наши гости Дмитрий Сыроквашко и Владимир Козловский. Мы провожаем мужчин, и в студии «Хорошего настроения» вернемся через несколько минут.